Меня зовут Костина Татьяна, я любитель фитнеса. Меня зовут Тамбры Тамара, и я уже 7 лет в спорте. Меня зовут Екатерина Кормухина, я фитнес-тренер. Свежий воздух, движение и правильное питание. Правильное питание, правильный режим, правильный отдых. Правильно питаться, делать кардио, не забывать о силовых тренировках. Для здоровья, для хорошего иммунитета. Держать себя в форме, долго жить, молодеть. Спорт – это прежде всего здоровье. Утром, вечером, когда вам удобно. Желательно регулярно, 3 раза в неделю. Можно утром, можно вечером. Главное – 3 раза в неделю, 3-4. Но это каждый решает для себя. Мне кажется, лучшая мотивация – это твое отражение в зеркале. Просто посмотреть на себя со стороны. Понедельник. Начать день со стакана чистой свежей воды. Пятница. Не диета, а правильное питание. Для того, чтобы чувствовать себя всегда легко и комфортно. Держать вес. Стадион. Стадион. Всего в меру. Штанга. Я думаю, штанга. Штанга. Становая. И приседание, и становая. Все важно. Присед. Протеин. Протеин. Конфета. И кроссовки, и каблуки. Кроссовки. Кроссовки на каблуках. Я уже есть. Ну, для меня это уже поздно. Я уже пробовала их быть. Здоровый образ жизни. То любой другой спорт. Йога. Ешь, молись, люби. Изгой. Дом у озера. Я меломан. Какая-то легкая, расслабляющая. Джаз. Роллы. Правильная. Рыба. В ее слабости. В ее уме. Сила женщины в мудрости.